Я рад, что в ректификации бюджета на 2020 год, которая была утверждена, нам удалось дополнительно выделить около 3 миллионов лев для пригородов. Деньги будут использованы на неотложные нужды, которые были выявлены по итогам обсуждений, прошедших на прошлой неделе с примарами. Ион Чабан отметил, что после утверждения поправок к бюджету все подведомственные и муниципальные предприятия обеспечены средствами на выплату заработной платы до конца года. Кроме того, были предложены дополнительные деньги для сноса и эвакуации различных зданий и сооружений, а также средства для завершения начатых проектов.